А перед началом данного ролика рекомендую подписаться на игровой канал Vector Play. Парень снимает различные развлекательные ролики по самым разнообразным играм. Подписывайся, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Овер. Сегодня мы будем в очередной раз открывать кейсы Авантюрнет. Сегодня у нас, ребята, новогодние кейсы под названием Festive Gift Present. Вот, собственно, это не кейсы, а, скажем так, специфические гифты. На них не нужен ключ, но и стоят они примерно где-то 50 рублей, в районе 50. Давайте посмотрим, что из них выпадает. Выпадает вот такой вот замечательный костюм снеговика. То есть одна шмоточка фиолетовая и две синенькие. Ну и также различные костюмы Деда Мороза, Санта-Клауса и вот такой вот замечательный свитер. Вот, ну в принципе шмотки довольно прикольные. Я предлагаю сразу начинать открывать кейсы. Сегодня у меня их, по-моему, 7 штук. Вот, поэтому нажимаем. И сразу же выпадает, смотрите, как быстро пролетает. А, нет, я думал, кстати, побыстрее немножко будет крутиться. И выпадает, ребята, нам вот такая вот... Это что такое вообще? А, выпадает нам бензопила, скорее всего, да, с гирляндами. Вот такая вот бензопила. Ну, выглядит так себе, ребята. Ну, чисто из-за бриллиантов, из-за гирлянды выглядит прикольно. Вот, но я хочу, кстати, я хочу вам сказать, ребята, я... Хотел бы, чтобы мне выпало на самом деле вот такой вот свитер и вот такой вот шарф. Потому что в сочетании свитер плюс шарф это выглядит, ну, очень прикольно. Поэтому, ребята, второй кейс. Жму открыть. И выпадает нам, выпадает. Пожалуйста, я бы хотел, конечно, очень сильно красную шмотку, но и не отказался бы от шарфика. Так, выпадает нам, ребята, это морковный нос. Вот это для комплекта, собственно, снеговика. Смотрите, как он выглядит, то есть... вот такой вот носик, но выглядит здесь не очень круто, но если бы нам выпала голова, вот такая вот, голова снеговика, то там в сочетании голова плюс нос было бы супер просто. Ну что, ребята, третий кейсик, и я жму открыть, и крутится-крутится. Хотелось бы, конечно, красную, это прям вообще супер-супер бы было, но только, пожалуйста, давайте не нос. Блин, смотрите, выпадает еще один нос. Я бы не хотел, чтобы шмотки повторялись, потому что, ну... как бы хотелось бы разнообразия, чтобы различные какие-нибудь шмотки выпадали. Так, а где у меня еще один кейс? А, отлично, вот здесь. Давайте я тогда открою с этой странички. Вот, может быть, с этой страницы мне выпадет что-нибудь стоящее, что-нибудь прикольное, фиолетовое. Кстати, пока мне выпала одна синенькая, да, и две фиолетовые. И смотрите, голова. Вот, ребят, выпал шарфик, отлично. Вот этот шарф я и хотел, давайте я покажу, как он выглядит. Ай, на красном фоне, вот на красном фоне футболки выглядит, ну, не очень. Давайте я вот сменю и бабочку уберу. Вот, смотрите, выглядит шикарно. Но если мы еще оденем свитер, про который я говорил, вот этот вот, то в сочетании с этим свитером будет просто шикарно. По-моему, ребята, это четвертый кейс я уже буду открывать. Вот, давайте. Тогда сразу же я его, в принципе, открою. Пятый кейс даже. Пятый кейс. Интересно, что выпадет, ребята. Очень хочется каких-нибудь крутых шмоток. Я не перестаю об этом говорить. В прошлые разы мне тоже абсолютно ничего стоящего не выпадало. Просто какое-то говнище падало в предыдущих сериях. Вот. Ну, возможно, только катана когда-то мне там выпадала. И то я ее продал. Вот такие вот выпадают штаны. Это для комплекта снеговика. И остается, ребята, два кейса. Если вы еще не поставили лайк, обязательно поставьте. Вот. А я открываю предпоследний кейс. И, ребята, все. Поехало. Пошло, 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 пошло. Замедляется. Свитер, к сожалению, пролетает, вот который я хотел. И выпадают еще одни штаны, только на этот раз штаны Санта-Клауса. Скорее всего, это же Авантюрнет-то игра не русских разработчиков. Там-то у них, по-моему, Санта-Клаус, но я буду говорить Деда Мороза, окей? Штаны Деда Мороза. И остается последний кейс, ребята. Ну что, на него тогда все надежды. Последний кейс принесет мне что-нибудь ценное или нет? Как вы думаете? Мне кажется, не принесет. Почему-то вот так кажется. Скорее всего, так и будет, вот. Но, что? Опять бензопила. Ребята, да, опять бензопила, украшенная гирляндами. И, собственно, давайте посмотрим, что мне вообще сегодня выпало. Две бензопилы, два носа, шарф и две пары штанов разного вида. То есть, ну, в принципе, не так уж и плохо. Выпало три фиолетовые шмотки и четыре синие. Я, в принципе, даже думал, скорее всего, что мне выпадет побольше синих. Ну, а так как выпало три фиолетовые, в принципе, не так уж и обидно. Вот, на этом, наверное, с вами придется попрощаться. С вами был, как всегда, Овер. Не забывайте подписываться на канал, не забывайте ставить большие пальцы вверх. Оставляйте только положительные комментарии и вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем удачи и пока-пока.